Земля рассветов наполнена множеством рас, культур и героев, удивительным образом уживающихся вместе. Ее история насчитывает множество столетий, и, как любое подобное место, Земля рассвета является неисчерпаемым кладезем захватывающих историй, одну из которых я вам сегодня и поведаю. Приветствую, друзья! С вами рубрика «Истории героев». И сегодня я расскажу вам о Валире, маге-отступнике. Как гласит легенда, где-то в глубине западной пустыни расположена красивая и богатая страна. Это сказочное место – родина Валира. С его первого дня в Академии магии все узнали о его необычайной магической силе. Горд, который в то время преподавал в этой академии, видел часть себя в молодом Валире и стал преподавать самые сокровенные техники магии своему любознательному ученику. Однако, Горд вскоре пожалел о своем решении. Его обеспокоила отрицательная энергия, исходящая от Валира, и его жестокие наклонности. В конце концов, Валир начал экспериментировать, смешивая древние огненные заклинания его родины с тайной магией, чтобы создать свою уникальную форму огненной магии. Горд почувствовал, что он предал самого себя, позволив дикому огню неизвестных земель очернить свое магическое учение. Разгневанный Горд попытался изъять силу пламени из тела Валира. Валир сопротивлялся изо всех сил, и половина Академии была разрушена их сражением. В конце битвы Горд чувствовал легкую гордость, что огненная магия Валира могла противостоять его чистой магии. В конце концов, Валир покинул Академию, а Горд начал работать над созданием летающей машины, питаемой тайной магией, предназначенной на исследование новых миров, чтобы отыскать нового ученика.